Между тем, в Засвияжье идет плановая уборка снега. На улице генерала Мельникова расчищаются подъездные карманы, тротуары. Всю собранную массу льда и снега складируют в самосвалы и вывозят на специализированные полигоны. Три трактора выделила управляющая компания данного района, а также работает техника подрядчика. Это грузовые машины и большие погрузчики. Есть небольшие проблемы, то, что автолюбители оставляют свои транспортные средства на долгий период времени. И хочется сказать большое спасибо сотрудникам ГИБДД, то, что они нам помогают, пробивают автотранспортные средства и автомобили убирают. Сотрудники автоинспекции находят владельцев зимующих во дворах машин. Те, в свою очередь, переставляют транспорт в другое место и дают возможность полноценно очищать территорию от снега.